Доброе утро. Присоединяемся. Привет. Все уже на работе, как и я. Сейчас у меня даже нету тренировки. И тема такая без темы. Просто решил выйти в перископ и пообщаться. Буквально еще 4 месяца назад я просто ненавидел все интернет-технологии. Но сейчас прямо-таки появилась легкая зависимость. Не выходишь 2 дня в перископ, чувствуешь себя как-то не очень. Приятно видеть приветы отовсюду. Из Екатеринбурга, ото всех. Поговорим ни о чем. Так это самое приятное. Обычно с этого начинаются все разговоры. Даже если кто-то делает вид, что есть какая-то тема. Кыргызстан, салам алейкум. Новосибирск, Казань, всем привет. Да, кстати, это уже гораздо больше похоже на прямое общение, но, к сожалению, я не могу видеть каждого из вас, потому что нормально общаться можно, когда видишь глаза человека. Доброе утро из Питера. Привет, Питер. У нас наступила оттепель. Сейчас будет немножко маленького тепла. Андрюхе в эфир пообщаться нет желания. Женьку, привет. Доброе утро. Москва, Тюмень, всем привет. По всей России начинается оттепель. В аптеках пропали вообще окончательно все лекарства. Пермь. Да, будет болото. Всем, кому не на машине, плохо. Да и на машине не особо. Привет из Пугачева. Якобы из-за гриппа? Не знаю. Я думаю, что якобы, как всегда в России, неожиданно пришел грипп, неожиданно пришла зима, неожиданно наступил снегопад. Все об этом не знали. Маски? Вот это точно. Я только что зашел в 2 аптеки, нету масок. Решил купить остеопорокс, потому что у меня заканчивается предыдущий, и их тоже нету. Помогает ли бассейн на качке мышц? Нет, не помогает, но в работе с позвоночником и расслаблении помогает. Привет, Зуфи, у нас тоже вот теперь минус 25. Что советую пить в качестве профилактики? Амексин раз в 2-3 дня. Витамин С вообще на постоянной основе. Нет, я не закаляюсь. Янтарную кислоту, когда такие моменты наступают, я же достаточно долго не болел, даже после того, как прилетел с Таиланда. Сколько нужно вести, чтобы выступать в мастерике? Не знаю, ребят, я на самом деле не сейчас наблюдаю за соревнованиями. Как лечить травму плеч? Ну, как минимум, не грузить их в тех плоскостях, где они уже болят, и потихоньку маленькие ротаторы закачивать. Сколько у меня подопечных в день? Ну, много. Я с утра до вечера. Что я думаю о питании, белок плюс жиры на постоянной основе? Это питание дает неплохую фигуру, но очень конкретно и сильно грузит печень и почки. Все-таки нужно понимать, что мы не совсем хищники, нам нужна глюкоза для работы как минимум мозга, да и еще для многих функций тоже. Нужен ли ПКТ после тренировок? Ребят, по поводу фармакологии мы уже говорили, это не самый нужный вопрос. Аня еще не подошла, она будет попозже. Хукет, привет! Как часто делать вакуум? Чем чаще, тем лучше. На самом деле, втянутая диафрагма должна быть на постоянной основе, когда вы можете ее контролировать в течение дня. ПКТ нужно всегда. Ну, если вы слезаете, то нужно всегда. Как вы относитесь к велосипеду? Прекрасно. Много моих друзей гоняет на велике. Я не гоняю. Предпочитаю на машине. Либо уже как встречаюсь, забираю друзей велик, катаюсь. Как лечить травмы спины? Гиперэкстензия, но функции разные. Угол позвоночника должен быть разный. Либо ты немножко сутулиный, либо прямой, либо хороший прогиб. Делали кардио? Да, всегда. Можно ли заниматься с протрузией? Можно, у моей супруги 3 в поясничном отделе. Когда в амбулатории, ребят, честно говоря, не знаю. Кто-то меня любит, но я всех людей тоже люблю. Всем привет. Красноярск, привет. Я на курсе. Ребят, вопрос о фармакологии – это как вопрос о сексуальной жизни. А люблю притрены? Нет, не люблю, потому что меня начинает перештыривать, подниматься давление, и мне проще заниматься так. Каким маслом чаще всего заправляю салат? Оливковым. Получается почувствовать квадрицепсы на жиме. Если не получается, что делать? Предварительное утомление на разгибаниях, суперсетом, сразу на присед. Рига, привет. Сколько жим? Небольшой жим, 170. Новосибирск, привет. О, кто у нас пришел? Так, где у нас? Аня пришел. Всем привет. Ну что, разминайся и начнем. Программа питания. Пишу. Да, ребят, все ВКонтакте, в группе Евгений Хайтович. Программа питания, тренировок, онлайн-консультации. Там есть, в общем, все. Спасибо за то, чтобы я выздоровлял.
Что если делать немного горбатый? Да практически ничего, потому что сутулость есть уже у многих. А Стэтхэм тоже немного горбатый из переводчика. Ничего, тем не менее, секс его. Как отношусь к кленовому маслу? Отлично, алкоголь. Нормально отношусь. А если принимать его для лечения, либо в удовольствие, а удовольствие это 30-50-70 граммов, а не литрами. Передай моей жене Наташе привет. Передаю. Еще раз, Пхукета, привет тебе. И вам. И вам огромный большой привет. Ну вот мы поболтали. Пришла Аня. Сейчас будем тренироваться. Мы еще на самом деле, я думаю, сейчас выйдем в перископ. Почему? Потому что у нас сегодня тренировка будет в тех самых розовых шортиках. Вот. И мы их подключим. Травмы какие-нибудь были? Конечно, были. Что треним сегодня? С Аней мы постоянно треним ноги и попу, потому что женщина состоит на 85% из всего этого. Сколько стоит персоналка? Персоналка стоит 10 тысяч. Аня секси, да, она в курсе. Сколько тренировка у Ани? 55 минут. А чем она занимается? Она занимается пауэрлифтингом, да. Но сейчас мы готовимся к фитнес-бикини, соответственно, совершенно другая цель. Где найти такие шорты? Вся информация в группе. Пишите, связывайтесь, скидывайте замеры, и, соответственно, вам будут отсылать. Если у нее парень, с ней свяжитесь, она вам все расскажет, все ответит. Костроме привет. Ну что, мы начнем тренироваться, и попозже, наверное, выйдем еще раз.